Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам участники долевого строительства жилого комплекса «Ленинградский», город Хабаровск. Строительство нашего дома начато в 2016 году и не завершено до настоящего времени, а именно до августа 2023 года. Дом находится в работе Фонда развития территорий. Однако в отношении нашего дома не применяются механизмы достройки. Все, что мы можем получить в результате так называемого восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, это компенсации. Но размер компенсации является несправедливо заниженным, что не позволит нам приобрести иное жилье. Кроме того, сроки принятия решения Фондом развития территорий затянуты и откладываются. С первого квартала 2023 года срок принятия решений перенесен на октябрь 2023 года. И у нас нет уверенности в том, что эти сроки не будут переноситься в дальнейшем. Мы нуждаемся в достройке нашего жилого комплекса. Мы исчерпали все возможности, позволяющие достроить наш дом. И мы просим вашего вмешательства. Нам нужны наши квартиры. Благодарим за внимание. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я обращаюсь к вам от имени моей дочери и моего зятя, которые купили квартиру в этом доме еще в 2017 году. И я очень прошу вас помочь достроить квартиру. Наш зять сейчас воюет на фронте уже 11 месяцев. И нам очень хочется, чтобы он вернулся с фронта в достроенную квартиру. Спасибо. Данной стройкой занимается моя жена. Подъезд был готов наш 3 года назад. Сказали, через год все сдастся. И сейчас вообще непонятно, сколько ждать и доживу ли я до этого. Я Головинова Наталья, заключила договор долевого участия в апреле 2019 года. И на сегодняшний день уже 3 года я оплачиваю ипотеку из своей пенсии. И я, конечно, очень хотела бы, чтобы этот дом достроился, и мы все получили квартиры, и все на это очень надеемся.